Кстати, этот видеокусочек прямо сейчас, когда я закончила последнего 18-го малыша от Яны Горкольцевой. Я вышиваю только лицевую сторону на мурано в горошек. Это 18-й кусочек. Остальные у меня живут пока вот в таком пакете. Значит, первое мое впечатление, я устала. Я вышивала чуть больше года. И я устала. Конечно, наверное, если бы я не вышла и залпом, это бы тянулось не один год. Но я, несмотря на то, что устала, конечно, рада, что этот процесс у меня закончился. Я хочу этот кусочек снять прямо сейчас, потому что я хочу разобрать свой вот этот вот контейнер, который у меня был в работе, убрать на место бисер, ниточки, а уже по каждому малышу общее видео сделать чуть позже. Отдохнуть от них перед грандиозным оформлением, потому что я буду оформлять во флажки, сшивать это все дело. Вот, разбирать сейчас спялец не буду, потому что завтра при дневном цвете я сфотографирую Юрку красивого для итоговых фотографий. А вот мой контейнер мы сейчас с вами посмотрим. Так, уберу, чтобы не светить схемой. Вот так, наверное, уберу. Вот. Я вышивала все одной иголочкой. У меня был вот такой контейнер. Это от какого-то большого контейнера. Сам контейнер сломался, а вот эту вставочку я отлично приспособила под текущие процессы. Значит, очень много белого бисера ушло на этих малышей. Я брала тоха, круглый, 11-й. Что хочу сказать. Наверное, стоит брать мельче 15-й, потому что я вышивала на Мурано. Но так как у меня не было, у меня был вот этот, и я потом в процессе докупала еще, по-моему, 2 пакетика. Но мне кажется, на всех малышей ушло всего 2 пакетика. Поэтому, в общем, решила, раз уж вышивать, то вышивать все одним бисером. Вот. Дальше у меня здесь лежит бисер вот такой. Это тоха. Значит, номер 21, белый, кстати, 121. В некоторых малышах нужен был вот такой. Ой, фокусируйся, пожалуйста. Вот такой бисер в некоторых малышах. Вот. В некоторых малышах на поясе бляшка нужен был вот такой бисер. Вот. И здесь у меня еще стоит вот такой черный. Это 15-й. Ну, видите, даже он, видать, какой-то особенный. Ну, мелкий черный. Я его использовала в местах, где нужны были французские узелки. Там, по-моему, пуговки, какие-то еще там элементики. Я и французские узелки крутить не умею, поэтому пользовалась им. И еще я брала вот такой вот Petite Glace Beads. В общем, это сборная солянка. Тут вот Петита. Я отсюда выбирала какие-то красненькие, что-то еще, где тоже нужны были французские узелки. Вот. Есть малыши, где вообще нет бисера. Но об этом вы узнаете чуть попозже. Значит, по поводу ниток тоже хочу сразу сказать. Я брала из своих запасов, старалась, конечно, брать по карте цветов, но каких-то цветов у меня не было, я брала близкие. К какому выводу я пришла, наверное, на малыше так 10-м. Нужно было заказать нарезку полностью на всех малышей. В книге Яна дает полный ключ для малышей. Сейчас я попробую вам показать, где это. То есть у каждого малыша есть свой отдельный ключ, но также Яна дает полный ключ для всех малышей. Давайте, в принципе, заглянем в книгу. Я, глядишь, найду этот ключ. Вот так выглядит эта книжка. Вышиваем елочные игрушки. 36 схем для вышивки крестом, потому что они двухсторонние. Вот, ребята нашего двора. Вот, здесь содержание. Вот видите, у них почти у всех есть имена. Есть только вот несколько пацан соседнего двора и сладкоежка. А, и малыш. Остальные все есть с именами.
Вот. Я еще хотела вышить имена, но решила пока эту мысль избавить. Здесь слова Яны. Тут вот все малыши в разноброс спинки и личики такие. Вот, вот видите, красота какая. Вот здесь пошли какие-то полезные статейки. Там про основу для вышивки, про иголочки, про стежки, про инструменты, ножнички, про ниточки. Вот. Бобины для матывания, для наматывания мулины. Как вышивать бисером. Как оформлять, значит, односторонние и двусторонние игрушки, разбор схемы и вот, общий ключ, значит, мулины. То есть так и написано, количество мотков для всей серии. Ну, вот видите, то есть по факту надо 3 мотка черного, 2 мотка 304 рождественский красный, по 2 мотка коричневого. Да, коричневого там очень много. Вот. И что это? Оловянно-серый. Да, есть такой. 37,99. Угу. И белоснежный. Но опять же, это с учетом двухсторонних игрушек. Да? Значит, мелхил бисер. Вот видите, лед, золотой, жемчужно-белый. Да. Ну и, соответственно, то, что я делала французские узелки, я брала 15-й. А здесь, кстати, советуют. Ну, здесь ничего не написано про бисер. Вот, дальше тут еще какие-то. И вот пошли по очереди. Я вышивала всех по очереди. Как вот они идут в книжке, так и идут. Вот, поэтому я вот советую заказать нарезку и прям вот не мучиться. Ну, это для тех, кто соберется вышивать. И как у меня не будет полной палитры ДМС. Боже мой, я безумно рада, что эта эпопея почти закончилась. Мне осталось немножко отдохнуть от них, вылежать их и оформить. Конечно, можно было поэкономнее, да. Я думаю, что на моих отрезах могли бы и по 2 вместиться. Зато я комфортно вышивала в деревянных пяльцах, и все мне было замечательно. Все. Я думаю, что сейчас вы увидите уже включение с разбором каждого малыша чуть-чуть поподробнее. Значит, что я тут собралась делать? Пока у меня дочь в садике, а я тут немножечко приболела. Я хочу сполоснуть немножко своих малышей, наконец-то, чтобы они у меня маленько подсохли. Я тут вот расположилась на пустой сушилке. Вот, для того, чтобы побыстрее их оформить. Потому что дочь у меня тут добралась до них и чуть не распустила полностью всю основу. Я немножко пожалела, что не постирала основу до вышивки. Но я думаю, что... Хочется верить, что с ней ничего не случится, вот, и что ниточки не потекут. В общем, сейчас посмотрим. Буду полоскать немножко, прям совсем чуть-чуть добавила мыло, и прополощу, и вывешу. А потом проглажу, и уже буду думать, как это все оперативно, аккуратно и красиво оформить. Смотрите, я их ополоснула, и вот на преддневном свете, при свете от окна, кажется, как будто они на разных тканях вышиты. То есть, видимо, какой-то вот этот вот кусочек, он чуть-чуть розовее, какой-то он такой сероватым больше отдает. Я не сильно жулькала, она очень неохотно впитывала воду, эта ткань. Вот, но как бы вот бедному малышу вообще больше всех не повезло, видите, как размахрила дочь его. Ну, в общем, подсохнут, я их поглажу, и, наверное, нужно оперативно их оформить, пока руки моего младшего ребенка до них не добрались. Вот, пусть подсохнут маленько. Для задников моих малышей я выбрала вот такие 2 беломерки. Я брала их изначально для каких-то оформительских работ, поэтому вот решила, что мои малыши будут, ну, не новогодние такие, а вот именно с вот таким каким-то. Хотя он такой вот нейтральный, этот сюжет, а может быть это... Морозные, да, кружево на окне. Но не суть. В общем, один такой вот, видите, коралловый цвет, а другой синий. Причем я вот сейчас посмотрела на них и задумалась, а сколько мальчишек, а сколько девчонок.
в моих советских малышах. Может быть, так можно разделить. Но это уже по ходу будет видно. Единственное, я сейчас хочу, наверное, прежде чем гладить и резать, надо постирать, потому что беломерка все равно садится, и чтобы уже было наверняка, тем более, что я малышей постирала. Вот я сейчас их, эти две конюшки постираю. Ну, естественно, отглажу и уже будем потихоньку оформляться. Значит, что я сделала? Я вырезала по шаблону, по вот такому шаблону. Значит, отметила свои флажочки, вырезала основу, на которой вышивка, и приложила кусочком ткани свои беломерки, приколола и прострочила, оставив вверху карман, чтобы вывернуть, ну и затем вручную прошить, пришивая завязочки. У меня они будут на завязочках, да? Значит, что у меня не получилось сопоставить красный и синий, у меня они просто друг за другом чередуются, потому что я так посчитала, что мальчишек там больше, чем девчонок. Что сейчас буду делать? Я сейчас, наверное, подрежу, где уголки, маленько ткани, чтобы, когда я выворачивала, они были как можно, ну, глаже. И разглажу, и обязательно вам покажу, что у меня получилось. Покажу еще один кусочек. Значит, я выворачиваю флажки, но прежде чем вывернуть, я обрезаю вот так вот уголочки. Вот. Потом выворачиваю, чтобы было как можно меньше вот здесь толщины. Вот это еще не проглаженная стопочка. Хочу показать, что я делаю. Я кручу завязочки, ниточки. Вот у меня здесь 36 почти штучек, которые будут с краешку. А это какая-то нитка, знаете, в фикс-прайсе одно время продавали такие клубочки цветной. Я взяла их, купила их у Катюши из рукодельного «Избранное» и не пожалела вообще. Кручу шнурочки вот такие и счастлива. Вот остались у меня тут буквально две штучки. Я так вот аккуратненько на ручку навешиваю и начинаю крутить. Кручу, потом вот собираю, они у меня все одинаковые. Я даже хвостики обрезать не буду, в общем, буду их вшивать вовнутрь. Вот, 36 штучек, по 2 на каждый флажочек. Финишный момент буду показывать вам на руках. Я дооформляла флажки по советским малышам от Яны Горкальцевой, но один флажок еще не оформила, потому что хочу показать вблизи вот такие бирочки. Группа Росвуд, красноярская группа, у которых я заказываю заготовки. Мы договорились о том, что они вот сделают мне такие бирочки, и теперь все мои малыши подписаны, и я не забуду, как кого зовут. Сейчас вы увидите последний финальный кадр красиво оформленной гирлянды из советских малышей. Показываю вам, как это смотрится на моей стене, несмотря на то, что флажков одинаковое количество, 9 и 9, их всего 18, почему-то верхняя растяжка получилась больше. Но я ссылалась на то, что, может быть, где-то сама ширина флажка чуть побольше и завязочки как-то. Ну, в общем, меня все устраивает. Конечно, на Новый год было бы здорово соединить их вместе. Но, в общем, вот так. Отличная задумка была, чтобы сделать надписи, потому что их очень много. И есть, например, очень похожие, такие как Витя и Митя. Вот, поэтому я безумно рада, что я сделала этикеточки. Теперь они у меня все с именами. Даже те, у которых нет имен, а есть просто надпись «Пацан с нашего двора» или «Сладкоежка» или «Малыш». Да, малыш вот там с краешку. В общем, здорово. Повисят маленько, потом приберу в новогоднюю коробочку. У меня вот здесь, видите, кактусы висят. Здорово, мне все нравится. Я думаю, что это все. Спасибо вам за внимание. Желаю вам замечательных творческих проектов, чтобы у вас все получалось, чтобы вы были довольны собой. И шустрые иголочки ровных крестиков. Пока-пока.